Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 июня. Память преподобного Павла. Преподобный Павел происходил из города Коринфа, от родителей христиан. Будучи воспитан в благочестии и с юности возлюбив Бога, он пришел в один из монастырей и принял здесь пострижение в монашество. Он много потрудился в подвигах постнических и был опытным подвижником. На этого Павла вооружился бес блуда. Однажды ночью, в то время как преподобный Павел стоял на молитве, ему явился бес и сказал: «Если не удовлетворишь своей похоти плотской хотя один раз, то жестоко вооружусь на тебя». Павел же запретил бесу именем Иисуса Христа и прогнал его знамением крестным. Потом бес научил некую женщину-блудницу принести к преподобному младенца, недавно рожденного ею. Положив этого младенца на одре преподобного, женщина та сказала ему: «Я от тебя самого зачала и родила это». Старец принял младенца с радостью. Еретики же, придя к старцу, связали ему руки назади и, привязав младенца к шее преподобного, водили его по городу с насмешками. Став посреди народа и дав знак рукой, Павел сказал: «Послушайте, братья, спросим младенца, и пусть он скажет нам, кто его отец». Младенцу же от рождения было немного дней. И сказал Павел младенцу: «Скажи нам, кто твой отец?» Младенец, разодрав свои пеленки, показал рукой на некоего кузнеца и сказал: «Вот этот отец мой, а не Павел монах». Люди, слышавшие это, поклонились старцу, прося у него прощения. С этого времени Бог даровал преподобному дар врачевания. Павел возлагал руки на недужных, и они получали здравие. Прожив 70 с лишним лет, преподобный отошел ко Господу. Время кончины преподобного Павла неизвестно с точностью. Которому неленостно служил и был причтен к лику святых. Вместе с ними он прославляет единого Бога в Троице, которому и от нас воссылается слава вечно. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.